Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптомонет у меня два крана по сбору TRX Tron и второй кран Dogecoin по сбору Doge. Первый кран TRX, значит, дает нам каждые 5 минут, это 5-минутники, 273 651 TRX монеток. Сюда вводим адрес, привязанный к FaucetPay. Разгадываем капчу. Разгадываем антибот. Так, 3X. Это вот 3X. X00. Так, и так. И внизу страничку сразу же находится наша реферальная ссылочка. Кликаем на синенькую вкладочку. И 273 651 сатоха ушло на FaucetPay. И второй кран, этот по сбору догекоинов. Значит, тоже 5-минутник. И он нам дает 156 догекоинов, 156 тысяч догов этих сатох на FaucetPay. Так, вводим сюда, опять же таки, привязанный адрес к FaucetPay. Кликаем. Вот здесь находится наша партнерская ссылочка, сразу в конце странички. Сюда кликаем логин, разгадываем капчу и антибот. Так, антибот у нас. Буковки. Так, надеюсь, правильно. Кликаем в Very Captcha. Потом опять в Very Captcha. И вот наши биткоин-сатошики ушли, как бы, да, на FaucetPay. Вот, 156 тысяч. Переходим теперь на FaucetPay. Перезагружаю страничку. Опускаюсь ниже. Так, вот TRX 273 тысячи. 651 TRX 15 ноября. И 156 тысяч догекоинов. Также и 15 ноября. Ну и здесь я тоже также с них собирала. Здесь мне первый раз дали даже миллион. Так. Миллион сто тысяч. Так. Миллион десять тысяч. Как-то так. Вот. Кому интересно, собираем. Неинтересно, не собираем. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.